О, господи. Именно вот так. Так, мать вашу, всем привет, с вами снова Кузька. Итак, сегодня мы будем рубиться в версию DayZ Standalone. Версия 0.14.103.280. В общем, эта хуйня утекла куда-то в сеть, мы ее скачали. Сейчас глянем, что здесь есть. Так, видео settings, глянем. Давайте все воткнем сначала на Very Height. Так, Render Resolution поставим 133, как обычно у меня стоит во второй армии. Так, гамма высунг отключаем, нахер он нам нужен. Так, отлично, текстура. User interface. О, поставилось. Так, ну вроде все поднастроили. Все выкрутили. Так, controls. Смутинг, блять, убираем. Вот остальное. Вот так. А, блядь. Хрен с ним, ладно. Что это? Девайсис, блядь. Так, геймплей, хэдбок нахуй играем, чтобы у нас language English. Subtitles on. Так, микрофон, тара-тара-тара. Music убираем, не люблю я музыку. Так, ну вот, в принципе, как это все выглядит. Так, блюр мы вроде не включали или что-то... Так, сейчас, секунду. А, еще раз, видео. Terrain Shadows Clouds. Так, текстуры. Filtering Very High. Так, рендеринг. Вот здесь надо посмотреть. Вот это вот Alpha to Coverage. Glass Arrowhead 3 из 3. Плюс Glass Arma 2. О, 3 из плюс Glass. Да? Не стоит. Вот Arrowhead. А что меняется? А, эти более пышные. Слева елочка, раз, похудела немножко. Сюда раз такие. Все, оставим это. Так, так, disclose. Так, ну что, тут понятно, сервер у нас, наверное, не работает. Сейчас запустим. Запустим. Что-то типа сингла. User joined your channel. Так, я надеюсь, это... Оно грузится, нет? Да, оно грузится. О, мать твою. О, зомби есть даже. Ой. Господи, жутчайшие лаги. Просто жутчайшие. С графоном я не знаю, что творится, но это какой-то пиздец. Зомби летают. А! Игра фризится. Так, зомби упал. Ай, твою мать. Фризы, фризы идут, жуткие фризы. Так, это... Это вот... А, мы появились это там, где эти товарищи снимали свой видеоролик. Сейчас посмотрим. Visibles. Так, лута, наверное, хрена с маслом нам что-то дадут. Блядь. Ну, это пиздец. Не, это какой-то... Это что-то пиздец. Это сейчас надо... Так.
Как он смешно чешет. О, блядь. Ай, опять фриз. Причем она фризится. Блядь, зомби однообразные все. Ну это какая-то, блядь, спиженная. О. Сейчас попробуем, может быть, как-нибудь. То он наполовину туда уходит. Ребята, да что такое? Так, у меня у чувака прическа выглядит как пластилин, блядь. Это пиздец. С графикой я ничего не понимаю. Все. Все какое-то, блядь. Сейчас, короче, попробуем по дефолту поставить. Игра фризится каждые несколько секунд. Вот так вот. Раз. Просто фризится. Раз фриз. Раз фриз. О, какой-то долгий. О, Jesus. Все, наверное, уже. Нет, она работает. Такой фриз, блядь, был. В общем, фризится все очень жутко. Сейчас глянем. Ладно. Черногорск, болото. Ой, эти копытные меня опять догнали. Так, ладно, посмотрим, как они меня, блядь, будут убивать. Так, что у них с мор... Оп, фриз. Матфака. А, так они со мной... Вон они как все собрались. Ой, какие молодцы. Жуть. Вот они как бегают. Угу, давайте, давайте. И не бьют ни хрена, ладно. Так. Твою мать, вот в чем проблема. Почему, блядь, настройки сваливаются нахуй? Вот. Вроде что-то уже более-менее. Хотя нет, нихера. По-моему, они все равно сваливаются, блядь. Сука, почему ты свалишься на 75%? Вот почему такой, блядь, коллапс. 133%, блядь. Так, хорошо. Вот оно, вот мы видим теперь более четких зомбей. У них волосики, ушки, блядь. Ну и что-то более-менее стало похоже. Так. Делаем close и close. Дальше делаем, допустим, continuum. О, сохранилось. Жутчайшие лаги. Просто жуткие. Это у нас новоселки. Вот это то, что они пристроили. Так. Короче, это, блядь, невозможно. Сейчас мы сделаем вот так. С этим еще куча зомби. Так, сейчас конфигурируем, попробуем что-нибудь. Так, ну это мы оставляем. Disable. Disable. Вот так. Этим. Так, текстуры. Так, сейчас мы вообще сделаем вот так вот. По дефолту. Долбанем. В
Так, подъюв. Здесь значит сразу выбираем, потому что, блять, по-другому это просто смысл жутчайший нахуй. Так, здесь disable. Давайте overlay. Height оставим. User interface у нас так все и осталось. Текстуры. А, video memory, блять. Ufal. Сейчас попробуем оставить. Может быть, у них это проблема сохранилась. Сейчас поставим здесь на height. Здесь. Давайте все хотя бы на хайды поставим. Clouds height. Shadows height. Так, рендеринг. Анти-атластинг. Анти-атластинг. Ну, оставим пока норму. Посмотрим, как это все будет работать. Так, grass. Так, arrowhead twist плюс grass. И почему-то arma 2 trees плюс grass, она они более четко выглядят. Вот можно даже, да, вот елки, блядь, сразу деревья худеют. Просто на глазах, блядь. Так, alt trees. Alt trees плюс grass обычно я ставил. Ну, давайте так оставим. Age smoothing. Smile fix. Ну, давайте вот так поставим. HDR. HDR, блять, вообще нужно отключить что-нибудь типа того. Enable. Post process quality disable. Делаем. Во! Вот оно, блять. Вот это хуета, блять. Постпроцесс тоже самое, как и Bloom, Blur. Пока не будем, короче, его включать, неизвестно будет, что это. Так, все. Все, сейчас попробуем куда-нибудь загрузиться. В общем, жуткие, короче, какие-то зомби. Они не могут убить, даже не тыкают. Это немножко как бы напрягает. Хочется, блядь, просто побегать по Чернорусии, посмотреть, что там есть. Что они там переделают. Эти новоселки. То есть у нас, видим, болото, Черногорск. Где-то это все рядом. Так, ну вот. Ну, в принципе, стало получше. Получше, как бы. Графика уже более узнаваема. Модельки, да, переработанные. Самого челдон такой немножко пластилиновый. Так, ну эти челдоны стоят. И все равно фризы остались. От фриз. От фриз. Он подфриживает непонятно из-за чего. Оп, фриз. Стало куда лучше. Ну, в принципе, на первый взгляд, блин, осталась та же арма вторая. Только, блять, дистанция здесь чуть побольше. А вот деревья на такой дистанции, вот эти вот оранжевые, это опять фриз. Вот, отлипли. Они как в третьей. То есть что-то, видно, они оттуда прихватили, и смотрится, ну, блядь, пиздец. Как в третьей, конвертированная Чернорусь. В общем, не очень красиво. Так, интересно, лут, блин, какой-нибудь там есть вообще? Потому что зомби появились. Блин, не знаю, но это какая-то преальфа-спиженная штука давнешняя. Ну это просто пиздец. Стоит на хаях, не на ультра. Вот эти фризы, ну это жуть. Я не знаю, что они туда под... О, ну чувак поплыл. Привет! И убился он на лестнице. Этот зомби убился на лестнице. Oh!
Вот эти внизу кружочки бегают, вот они бегают, блядь, зомби все. Все оставим, блядь, то же самое. Так, ну лута, наверное, хрена с маслом здесь нету. Мне бы вот хотелось бы найти новые зданица. Да иди ты нафиг. Бей, 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 все равно не ударишь. Эти товарищи целая куча наспавнилась, они все зависли. Твою ж мать. Так, ну я теперь, я думаю, нам только через балкон. О нет, о нет, нет. О, как он прыгает. Ребят, ну вы... Да твою же мать, опять фриз. Что такое? Не могу подобраться, забраться, пока я... О, как он прыгнул, а? Фризится, сука. Ты сейчас умрешь сам здесь. И твою мать. Так, еще раз рестартим. Это жесть. Ой, не знаю, не знаю. Возможно, блядь, если это был пиар-ход Богемии, ну, они как бы очень ошиблись, блядь, делая это. Потому что, вот, допустим, у меня вот эта вот хуйня с белой штукой, она осталась у них невылеченная. Я не помню, что у меня уже там стоит в армии второй. Ну вот эту штуку можно свести к минимуму, блядь. То есть, по-моему, там в текстовом блокнотике где-то что-то прописывается. В общем, болезни осталось до ебения. И жуткие фризы. Интересно, мы от них сможем отделаться вообще? Так, лута нету, хрен с ним. Что тут у нас по обстановке? Деревица, типа так, ага. Типа все так давно заросло. Но не просто на поле они их поставили. Молодцы, он тут какое-то подобие выкладки сделали. Скамеечки поставили. Так все, можно сказать, облагородили. Появилось так. О, ебать, тулюсь, а вот и лут. Да ну ее. А чё мы его взять? Да идите вы нахер, блин. Так, тут водичка. О! Да ты шо? А как его брать-то? Так, инвентарь на G. А, вот у нас сам инвентарь. Интересно, а как мы его можем взять-то здесь? Так, в общем, лут здесь как-то есть. Drink Duffel. А что Duffel? Что надо нажать? Drink выпить. А, твою же мать, а что надо нажать? Ха! Так, а где управление-то? Так, devices. Logitech джойстик. Это, блин, ну... Вот, молодцы, они уже Logitech джойстик сюда прикрепили. Контроллер. Так. Твою мать. По-моему, все. Нет, это она так фризится, что она же, блядь, показывает диспетчеру задач, что программа не отвечает. Трекер у них здесь уже есть, все дела. Так.
Ладно, хрен с ним. Ничего я здесь не вижу. Путнего, блин. Так, ну жрачка есть. Дринтер, трентер, что там? Что там надо нажать? Блять. Вот кепка есть. Ёб твою мать, я хочу кепку эту. Тейк. Ну-ка. А, каман. Кстати, и первый входибельный домик. Раньше домики такого типа были закрыты. Ай, твою мать, эти фризы, это просто пиздец. Так. Видим банку соды, вон там внизу валяется. Я просто туда входить не буду, потому что эти товарищи меня там зажмут. Вот эти вот ребята. И все. Мне будет не добежать, а куда я хочу. Так, Верочка. Верочка, как Верочку да открыть, мать твою. Господи Иисусе. Хрен его знает, как открыть. Ладно, я, блядь, буду бороться с этими фризами, но я все-таки добегу. Добегу, добегу. То есть вот это вот новое селение, оно у нас поставлено сверху с черно, где там раньше была... короче, где раньше был колхоз, вот эта вот штучка. Такая колхозная херня, там еще рядом ферма. Вот это вот, я как понял, оно там поставлено. Сейчас дернем наверх. Ну да, мать твою, черно впереди. А, я вот не помню, чтобы здесь такое было. Если кто бывал в деревнях, вот такие вот штуки иногда встречаются где-то в леску. Что это, честно говоря, обозначает, я хрен его знает. Какой-то крест старый. А, так. Ай, блин, опять фризы. Ну просто невозможно. Снимай, не снимай, разницы нету. Нет. Они не отстали. Блин, твою мать. Суки. Когда вы меня оставите в покое, блядь? Так, водичка. Водичка та же самая, что в армии второй. Ничего не изменилось. Даже звук тот же самый. Блядь. А он поубивалось их половину, он. Охренеда. Так, это долбанное черно. Попробую я все-таки пересилить себя, задрочить себя и добраться до болот. Посмотреть, как там это все переделано. Ну что очень интересно. Соответственно, всю карту не смогу пробежать. Блять, вот с такими вот вещами просто, блять, невозможно. Так, вот оно, вот этот скриншот, который нам показывали. То есть International Hotel был разрушен вот этим вот самолетиком. Блять, фризы это просто пиздец, это просто пиздец, это невозможно нахуй. Причем это не лаги, сука, это фриза, фриза это очень страшно. Так. А, это мы типа по нему бежим. Понял. Ай. Зато замедленный кадр, можно полюбоваться. Вот он. Вот он летел. Все обрушилось, блядь. Как только непонятно, наполовину здания что ли вниз ушло. Я вот что-то не понял. На, ну тут еще, по-моему, что-то зацепило. Вот так вот подкосил. Ай, ладно, попробуем добраться до пожарки.
Блин, хочу болото, хочу посмотреть. Болото. Ну так невозможно, ребят, ну так просто невозможно. Так, вот это что за херня? Вот это почему, блядь, здание, первый этаж ушел, блядь, под землю? Вот это что, как это, блядь, объясняется? Ебать, и вот тут то же самое. Тьфу ты, блядь. О, господи. Так, товарищи разработчики... О, блядь, он, сука, меня догнал. Товарищи разработчики нам пообещали, что мы будем входить в любые здания. Я не знаю, здесь вот как спецом вот эта вся штука стоит. Блядь, сейчас не зажму. Вот мы можем вот сюда пройти. Это, конечно, прикольно, на крышу. Опа, перепрыгнули. А вот это уже клево, да? Иха! Стоп, кадр. Это жуть. Так, ладно, сейчас попробуем аккуратненько спрыгнуть и не убиться. Твою мать, это фейл. Так, ну вот, мы почти добрались до болот. Здесь мы тоже видим у заправки за Черно, вот оно, конец Черно. Три вагончика состава, вот это обычная наша заправка. О, господи, я уже заебался говорить, но призы, ребят, жуткие, просто жуткие. Из-за чего они возникают, я не понимаю. На G19 вот монитор производительности врубил, мне, значит, показывается сейчас CP1 50%, CP2 где-то в районе 25%, CP3 то же самое и CP4 то же самое. При фризах, значит, все это падает просто по нулям. То есть ЦПшки все умирают. У вас процессор умирает на ноль производительности, он там так и висит. Когда, блядь, игра начинает опять работать, все значения опять поднимаются. В общем, не знаю, что это такое, из-за чего это, но это просто ужасно. На мой взгляд, вот надо бы им было бы сарма что-то получше взять, чем сарма с третьей. Чем вот это вот просто. Наверное, гориллу правильно там кто сказал. Блять, вот неужели нельзя, блядь, было нахуй взять откуда, блядь, motion capture? Ёбаный в рот, ребят, ну. Ну как так-то? Ладно, хрен с ним. Зато вот эта дырка рядом с правой лопаткой, она очень почетная. Здесь тоже дырочка, нет, здесь просто текстурка. Бежим, короче, туда, сквозь. Блять, слезы, и мы жрем кактус нахуй, но мы бежим. Надо посмотреть, хочется очень просто на все это дело посмотреть. Так, особая разница, вот кроме модельки меня и кроме зомбей, чуть они получше сделаны, и вот этих вот фризов жутких. Опа, ой-ой-ой, да вы что, ребята? Да вы здесь бетонку сделали нам. Прикольно, молодцы, бетоночку сделали. Так, сейчас заглянем сюда. Огородили все. Все сделали кошерно. Хочу посмотреть, что они там с водой, там болот должны, блядь, были сделать. Сейчас сначала Airfield глянем. А
одним глазком. Так, ну здесь понятно, бетонку настелили нам. Такую старенькую, потрескавшуюся. Здание-то не добавили, а нет. Нет, ну, там вроде сыроишка какая-то есть. Ты какой-то там разбитый. ПМПха, блядь, мишка валяется, бля. Фух, хоть зомби пока не появились. Фу, хорошо. Вон, как видно, вперед далеко. Но опять же, без тек. Блять. Без текстур. Там вдалеке, блядь, появляются текстуры. Давайте посмотрим еще раз на. Не трудно, я думаю, это какой-то. Что это здесь? Что вот это что и вот это что? Ну, зато кнопочка close работает. Я думаю, это какая-то очень-очень ранняя версия DayZ Standalone. Скорее всего, даже, может быть, никто ничего не пиздил. Умные товарищи из Богемии сказали, что... Блять, фриз. Что черный пиар — это все равно... Блять. Это все равно пиар. То есть, ну, возможно, такое течение. Ну, здесь добавили кое-что. Такие штучечки у нас тут. Насыпь стоит. Так, я что-то не понял. Диспетчерка-то стояла в другой стороне. Это сыроюга, блин, была. Там было даже две их, по-моему. А диспетчерка-то стояла на месте вот того, блин, на месте того закутка. Хм. Просто переставили, чуть-чуть немножко добавили мух. Вон, если, блин, слышно. Бетонку, но уже выглядит более как-то так по-цивильному, блядь. Не то по траве, только кукурузники могут. Так, там у нас что-нибудь изменили. Нет, там такое... Какие-то строения были, там они остались вроде. Или там убрали что-то. Там должна железка быть. А, она есть, да, вот она. Блять, жуткие фризы, это пиздец. О, как там все заварено. Ёб твою богодушу. Старому. Так, вот еще входибельное здание красное. Вот оно видно, можно зайти. Ай, блядь. Опять же, дверь херово знает, как open doors. Нажимай, ничего не происходит. Блять. Уже злодеи подошли. В общем, много где зданий понатыкано. Входибельных. Вон это наше любимое, которое было все время недоступно. Там вот тоже интерьерчик есть. О, там даже камин или печка. Там что-то даже лежит. И там наши друзья бегают сквозь стены. Блять, походу сквозь стены не лечатся вообще. Мне отпили его ним хрена. От армы второй. Блять. Какой, сука, фриз. Просто стоп-кадры. Ну и, наверное, конечно. Ну, ребят, ну что вам, блять, было влом взять модельку с армы третьей, что ли, чувака? Ну, не знаю, ну... О, кстати. Опа. Эти сраненькие такие сарайчики, блядь, теперь они тоже доступны, прикольно. Но я туда не пойду. Эти ребята меня зажмут. Кое-где добавлены декорации, так я пока пробежал, просто все не могу снимать, потому что это просто жутко, блин, получается. Вот эти долбанные фризаки.
Не знаю, как-то это что-то вообще не... О! Вот оно пошло! Вот оно! Куда, блядь, мы столько бежали? Так, по идее, мы уже не узнаем. Не узнаем наши болота. Вот такие вот... Вот! Вот оно! Вот оно! Блядь! Вот оно, сука! О, чат, да, да, они меня обнимают. Да, давайте, ребят, пообнимаемся с вами. Сушняк, все что... О, да-да-да-да, эти божественные мосточки, вот так вот. А я умею прыгать. Ясно? О, сколько вас, ёб, парасотемпл. Вот оно, болото. Почему оно называется? Потому что здесь реальное болото. Газопровод, трубопровод, непонятно. Здесь он шел по земле, он уходит в землю. Мосточки, о да, 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 да. Эх, я даже не знаю, что-то. Может быть, добежать до одного квеста. Блять, ну сколько это будет стоить сил? Просто жить. Камыши, прикольно. Надо болт. Тра-та-та-та-та-та-та-та тебя с калаша я. Одинокая зданица в болоте стоит. Так, тут он какие-то... А, твою ж мать, это ж люди. О, жуть какая. Ай-ай-ай-ай. Текстурки отпустите меня. Так, ну дальше наша фактори знаменитая. Сушняк валяется. Давайте, ребята, за мной! Все бегом! По водичке! Так, опаньки! А здесь мишка упавшая. Наверняка чем-то можно будет вкусненько поживиться, либо как декорация. Ну, сделано очень неплохо. Очень неплохо. Да. Ребята, это меня не радует. Ладно, короче, сейчас попробуем добежим в зелик, наверное, если уж такая, блядь, канитель пошла. И глянем, что там у нас. Болото мы, в принципе, посмотрели, что было... Эй, блядь, на ролике. Хотя, может быть, мы побежим в болото. Потому что жуть. Босенький, бегу! Травка письку щекочет. И завис. Стоп кадр. Чик-чик.